Честно говоря, я прекрасно понимаю, что вне зависимости от того, первый раз человек выходит на сцену, сотый раз или тысячный, волнение приблизительно одинаковое. Красота, да, стильно вышло в очках, чтобы все поразить, они мне очень мешают. Смотрите, какая ситуация. Во-первых, я не поздоровалась по-человечески. Здравствуйте. Фестиваль, кажется, мне тяжело, потому что тут прийти надо выбегать на язык и кричать. Я не очень это люблю, я люблю камерную, спокойную, тихую обстановку, но мы с вами здесь для того, чтобы веселиться. Дело в том, что вот находясь здесь, на этом углу, я вижу каждого. Но из-за того, что я пою ртом в микрофон, который ловит все, он еще ловит эти порталы. Поэтому для того,
чтобы по слуху было плюс-минус нормально, чтобы я здесь не сходила с ума, я буду туда уходить. Ну, чтобы все слышать, потому что каша в ушах творится, но это абсолютно нормально. Мне тоже очень жаль, вот это ужасно. Но смотрите, или петь, или тусить вместе с вами. Поэтому я петь буду уходить туда, а тусить вместе с вами я буду обязательно выходить. Все, не тусим! Я села на курточках и нормально все прошло. Я бы хотела, чтобы следующую песню вы мне помогли спеть, потому что с ней у меня связана потрясающая ситуация. Мне пришли на пользу люди из интернетов, которые я, честно говоря, уже не очень люблю, потому что давайте будем честны, это все уже как бы мне, ну как вам сказать, скучновато мне в интернетах бывает. Случилась со мной песня, я ее спела, и, честно говоря, она мне дико помогла. Ну как же мне стало тепло на душе, когда я поняла, что помогла она не только мне, потому что сотни, я бы даже сказала, тысячи людей сняло видосики под эту песню. И каждый из них придал мне огромное гигантское количество сил. Вы споете вместе со мной? Вы даже не знаете, что она уже согласна. За это я вас люблю. Нет, а давай не прошу сюда. Конечка, дай мне, пожалуйста, текст, я буду подглядывать. Давай, начинаем. Я не знаю. Не скажу, что не могу, как бы сложно не было, я дойду, дойду. Докажу себе страху вопреки и не брошу нам по пути. И не брошу нам по пути, и скажу, что не могу, как бы сложно не было, я дойду.
успели. Во-вторых, каждый раз, когда я исполняю эту песню, я думаю о том, как часто я думала, что все-таки, наверное, было. Спасибо вам огромное за то, что я, несмотря на то, что у нас артистов сегодня здесь огромное количество, и каждый за это борется. Борется за каждый ваш взгляд, за каждую вашу улыбку, за всю вашу поддержку. Спасибо вам за то, что вас хватает на всех нас, и что мы чувствуем себя нужными, даже когда немножечко надламываемся. Я пошла туда, там, правда, мне немного комфортнее по звуку, но я буду выбегать к вам. Поверьте мне на слово, даже если с возрастом мне начнет отшибать память,
а вполне такое возможно. Это те моменты, которые я буду вспоминать с теплом. Спасибо вам, Мадо. Знаете, когда мы были детьми, эти взрослые, эти слушали взрослые, давали нам советы, которые мы совершенно не понимали. Найди то, что ты любишь больше всего, никогда не делай того, что тебе не надо. И по идее в этом есть доля правды. Но согласитесь, мы сами это понимаем только когда начинаем чем-то заниматься. И даже самое любимое дело, даже то, что тебя вдохновляет, иногда, честно говоря, надоедает, и это тоже абсолютно нормально. Но, по крайней мере, ты тратишь время и силы на то, что тебя вдохновляет, и, возможно, вдохновит кого-то еще. И очень люблю следующую песню. Я не уверена, что она фестивальная после одного... Ну, как бы это сказать? Она очень честная, она очень глубокая, она сначала тихая. И во время этой песни, во время исполнения этой песни, я всегда скучаю по отцу. Мне действительно не хватает взрослого человека, который бы просто сказал мне: «Все хорошо, Лизор, так тоже бывает, это обязательно пройдет, жизнь такая штука». У него все было хорошо с юмором, я рада, что большую часть моих песен он все-таки услышал. Я не могу вам сказать: «Обязательно обнимите тех, кого вы любите, потому что мы не знаем, как это не работает». Так это не работает. Но, по крайней мере, я могу вам намекнуть на то, что обниматься – это в целом классная тема. Ёлка, мы тебя любим! Thank you.
Я люблю это больше всего на свете. Спасибо вам огромное за то, что вы сегодня, и я надеюсь, не только сегодня, являетесь свидетелем того, что я делаю то, что люблю больше всего на свете. У нас, друзья, не ищут деньги, дело в том, что я бываю не самым приятным человеком в жизни, это абсолютно нормально, потому что все мы люди, но я не умею орать, физически не умею орать, то есть я могу шипеть. Я могу в пассивную агрессию, превосходную, но я никогда не ору. Мне кажется, из-за того, что у меня есть возможность нормально проораться на сцене. Там город дальше, да? Я не ошибаюсь. Нет? А? Самихи? Серьезно? Лера, дай текст. Ладно, хорошо. Ладно, хорошо. То тогда давайте так. Все, я подглядела, все равно буду подсматривать. Смотрите, сейчас мне надо с вами закрыть глаза и представить, что... Я не знаю, те, кто помоложе, могут или нет, могут наверняка. Сжатые костюмы, помните? Я 82-го года рождения, я очень хорошо помню. Джинсы малины, помните? Сейчас опять в моду вышли эти превосходные махровые повязочки для спорта на голову. Ага, на пульсничек. Поехали, ребята, мы это сделаем. Вы со мной? Очень хорошо. Вы со мной? Все зависит от нас самих.
Вы превосходны. Спасибо вам огромное. Всего доброго. Это очень потрясающе. Это самое удовольствие. Я не умею красиво расправить плечики, как настоящие певицы, знаете, это делают. Выйти на сцену и сказать, я люблю вас. Ну, потому что я люблю вас, и мне кажется, это читается между строк, и не обязательно это трюк после каждой песни. Это, во-первых, во-вторых, не сутула я, так я радость, ничего этого страшного. И, кстати, сейчас город, да, парни, да? Замечательно, хотела сказать. Чики-пуки, я вам сказала. Дело в том, что эту песню сегодня я посвящу уважению к своему прошлому. Оно очень разное. И честно вам признаюсь, какую-то часть из этого всего я бы с удовольствием забыла и все-таки надеюсь, что однажды забуду. Но пока я это все помню, я буду это чтить и я буду это уважать, потому что это то, из чего я состою, и это то, что меня сюда привело. Это то, благодаря чему я оказалась сегодня в этой точке. Меня не понимаю, ты цель, ты какой-то, ты все не так.
себя считала очень нишевой, сильно андерграундной и максимально непонятной для никого, только чуть-чуть для себя певицей. А после песни, которую мы сегодня закончим, мой сет, она, честно говоря, дернула меня туда, к чему я не была готова. И только сейчас, 10 лет спустя, я могу спокойно об этом говорить. Я правда была к этому не готова, к этому невозможно подготовиться. Но мне кажется, шапка-валка, худо-бедно, бочком я справилась с тем, чтобы где-то в глубине души остаться тем человеком, которому, знаете, не стыдно оставаться самой с собой в комнате, не стыдно. Спасибо вам огромное. Я вас обнимаю, мы поем еще одну песню, я убегаю самыми внимательными через несколько часов на фиолетовой сцене. Мы с вами поведаемся обязательно. Что? Oh,